Новый легкоатлетический сезон стартовал в Самаре фестивалем бега «Королева спорта». В прошлом году мы начинали, проводили дистанцию 2014 метров, посвященную предстоящей Олимпиаде. Поскольку сейчас это уже вопрос не актуальный, мы решили вести такую дистанцию, самарскую милю, 1586 метров. Ну, дистанция, приближенная к стандартной классической дистанции 1609 метров в миле. Ну, пусть будет все-таки связано с образованием нашего города Самары. Легкоатлеты пытаются привлечь в свою спортивную семью как можно больше горожан и ради этого даже готовы изменить формат соревнований. Если прошлой весной участники бежали встречную эстафету 10 по 100 и преодолеть ее смогли не все желающие, то в этом году метраж сократили вдвое. Добегали до финиша целыми семьями и школьными классами. Городские власти пообещали, этим летом у любителей легкой атлетики появится больше мест для занятий спортом. Через две недели у нас в Самаре наступает лето, а лето – это набережная, это парки, это скверы. Администрация старается всеми силами помочь вам в приобретении новых мест для бега, для велоспорта, для просто активного отдыха. Не остались в стороне от самарской мили ветераны спорта и сегодняшние чемпионы. Это хороший праздник, фестиваль бега. Это очень приятно, что администрация уделяет внимание спорту. Вот, и поэтому я пришел посмотреть, поучаствовать. Первая чемпионка самарской мили Елена Толстикова 8 лет в легкой атлетике. Бывало выигрывала всероссийские соревнования. Накануне этой победы позвонил тренер и сказал, надо пробежать. Толстикова сразу согласилась. Мне никаких особых слов не надо. Сказали бежать, мне пробежал. Ну, такие соревнования, мне кажется, они скоро станут очень популярными. Встречные эстафеты. Вот. А так как они сейчас вот первые, естественно, девчонки, мне кажется, почетно. Выстраиваются по своим... Самарская миля золотой стала и для пятиборца из Кировского района Самара старшеклассника Данила Кулагина. В категории спортсменов 18+, победу праздновал сварщик Валерий Скрылик. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.